Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель фирмы «Звезда» в 35-м масштабе, на российский военный автомобиль «Урал 4320». Модель 2018 года. Масштаб, как я сказал ранее, 1 к 35. В наборе 357 деталей и размер модели в сборке 21,6 см. Здесь, как видите, рекомендуемые цвета краски, которые рекомендует «Звезда», и скан декали, которая содержится в данном наборе. Довольно хорошая, хорошо сделана упаковка. Как видите, такой вот цветной чехол. И само содержимое пластика содержится в хорошей крепкой коробке из картона, что нам позволяет пересылать пластик, литники по почте, и они не повредятся. Все упаковано в целлофановые пакеты. Сейчас я за кадром их распакую и проведем обзор. Распаковал литники, и по традиции начнем обзор с инструкции. Инструкция выполнена в виде книжечки. На русском, на английском языках. Литники, с которых состоит данный набор. Набор состоит из 6 больших литников и 3 литников небольшого размера. И также литник с прозрачного пластика. Все довольно хорошо и просто показано. Все понятно по сборке. В наборе не сильно много деталей. Я думаю, даже для новичка набор будет несложным во время сборки. Модель очень интересная. Можно собирать и гантраки. Можно собрать данную модель с тентом и без тента. Короче, у кого насколько фантазии хватает, можно придумать разнообразные камуфляжи. В сети очень много фотографий данного Урала. Довольно хороший принт. Мне понравилась инструкция по сборке. Теперь начнем рассматривать литники. Все хорошо отлито, утяжен, облоя на литниках не обнаружил. Не знаю, друзья, как модель по матчасти, но на литниках все очень достойно. Много и мелких деталей. Но чем хороша «Звезда»? Тем, что она не сильно членит мелкие детали. Например, вот
Кардан сделан одной деталью, а многие бы фирмы его могли поделить на 5-6 деталей. Элементы двигателя. Хорошее качественное литье. Модели 2018 года, конечно же, стали делать намного качественнее. Вот читал на форумах, что довольно плохо сделан тент. То есть он как-то одевается сверху и получается не очень красиво. Поэтому я буду делать данный Урал без тента. Но в целом набор очень порадовал. Два одинаковых литника с мостами и дисками от колес. Хорошо сделаны диски. Как видите, шов от стыка пресс-форм присутствует. Придется зачищать. Хотя это не только у Звезды, это у многих фирм. Просто есть фирмы, где более мелкий шов, а есть фирмы, где более крупный. Ничего, сложности с заточенным лезвием ножа или мелкой наждачной бумагой. Все хорошо зачищается и снимается. Ну, неплохо, довольно неплохо все сделано. Есть, конечно, друзья, претензии к резине, к резиновым колесам, но если, как говорится, нету лишних средств на смоляные колеса, можно оставить и эти, но все-таки я бы советовал и рекомендовал поменять на смолу. Ну, можно оставить и данные резиновые колеса. В целлофановом пакетике лежит декаль. Литник с прозрачного пластика. Переразмеренный тросик. Уши бы его и не ложили. И вот что мне понравилось, наклейки на зеркала. Это уже реально удобная, хорошая вещь. Не надо придумывать что-то с красками или придумывать, как имитировать более правильно зеркала. С такой наклейкой будут зеркала выглядеть довольно натурально. Простенькая декаль, ничего замысловатого. Сделано довольно неплохо. Конечно, вот в плане декалей мне больше нравится фирма ICM. На тех же ЗИЛах, КАМАЗах. Детали из прозрачного пластика сделаны хорошо. Прозрачность пластика мне тоже очень понравилась. Ну вот, трос, конечно, бы я или не ложил, или все-таки делал бы на месте фирмы «Звезда» металлический и более тонкий. На этом буду заканчивать данный обзор. Я дам набору
крепкую четверочку. Набор хорош и для начинающих моделистов, для тех, кто уже в моделизме очень давно. Литье пластика понравилось. Понравилась деталь для зеркал из фольги, наклеечка. Довольно хорошая доступная инструкция. Если вас, друзья, заинтересовала данная модель, заказать и приобрести вы ее всегда можете в магазине «Я моделист». Ссылочка будет в описании под видео. На этом, друзья, заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами на канале.